На железнодорожном вокзале сегодня подключена программа «Ашык». Теперь пассажиры перед входом на территорию вокзала обязаны проверить свой статус. Разрешается вход только с зеленым или синим статусом. Пассажиров с желтым и красным статусом не пропустят на вокзал. Такие же требования предъявляются и к иностранным гражданам. От проверки освобождаются только дети до 18 лет. В связи с нововведением администрация вокзала просит пассажиров приходить пораньше, чтобы успеть проверить свой статус. Коронавирус инфекционный. В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции с 1 июля внедрен проект «Ашык». Поэтому просим всех посетителей, пассажиров отнестись с пониманием и проверять свой статус через программу «Ашык».